Сегодня иду на один классный фильм. Вы никогда не догадаетесь, что это за фильм. Еду я в машине, еду я в машине. И ручкой шевелю, вот туннель, он очень опасен. Смотри по сторонам, едь хорошо. Ла-ла-ла, на-на-на-на. Забыла выключить камеру. Очень неприятный момент, не персонально, но ничего. Жду на улице, торговый центр еще закрыт. Не выдержала, вошла, нарушила закон, поехала на эскалаторе. Йоу, опять не выдержала, пошла за женщиной с синей кофтой, она показала мне, где кинотеатр. Развлечения для детей, я не люблю детей. Все пошли через главный вход, а я свернула через задний, ведь я не идиот. Побежала, как лань, ведь ждать я не могу. Там огромная очередь. Билет купила? Молодец. Словно стрибари, йоу. Ору на какого-то мужика. Это Тони Старк, это Тони Старк. Мне нужно здесь сфотографироваться. Я пошла смотреть кино. Сейчас расскажу вам, как и чё. Я, конечно, без ума от этого фильма скажу, что у Джона Фавро получался он как-то более интересным. И так как я только что посмотрела фильм, было логично спуститься в детский мир и купить это. Мне 20 лет, почти. They see me rolling, they hating.